И вновь всем добрый день уже. Утро, похоже, закончилось полчаса назад. Мы пришли на одну из наших любимых площадок. Мы не были, наверное, ну, не соврать с месяц. Это точно. Все где-то нас куда-то в лес несет, на озеро. В общем, конечно, здесь немножко все поросло травой. Место наших встреч. Но все равно довольно-таки уютно, комфортно. Может быть, ко дню города и к выборам мэра здесь немножко еще облагородят. Может быть, кто-нибудь из администрации увидит наш ролик. Вот возле площадки растут рядом два деревца. Одно, похоже, ясень. Папа, правда, не сильно ботаник. А вот это точно березка русская. Сегодня она грустная. Жара, немножко листики подвяли. Вот так вот. Вот такой экскурс или ракурс папа выбрал сегодня для съемок своего Татоши. А так, ничего интересного. Подружек нет. Запахи только остались от подружек. Фу, Татоша. Ну, подружки еще будут. Одну мы сегодня уже встретили. Шоколадку. Как выяснилось, среди собачек бывают шоколадные девочки. Лабрадорчики. Ну, а пока все проходит в спокойном режиме. Никто не дурит. Ну, если вдруг Татоша вздумает дурить, носиться вокруг да около, мы сделаем еще одно включение. Довольно-таки забавное зрелище. А пока мы исследуем флору и чуть-чуть фауны. Татоша! Татоша! Давай, выходи из тени леса. Ну все, всем пока.